Кувырок после приема мяча. Сахалинские волейболистки продолжают серию домашних матчей в рамках Суперлиги. Это встреча с «Уралочкой НДМК», клубом из Свердловской области, самым титулованным в России. Первый сет поначалу наши уступают. Играют с разрывом в 1-2 очка. Позже вырываются вперед. Но «Уралочка» буквально наступает на пятки. В результате 27-25. Это партия за Сахалином. Однако уже во втором сете «Уралочка» показала настоящий характер, уходя в отрыв более чем на 10 очков. Не спасает ситуацию и возгласы болельщиков. Соберитесь. Позже главный тренер сахалинской команды прокомментирует ситуацию просто. Это женский волейбол. Со счетом 12-25 вторая партия была завершена. Лучше всех играет Николай Васильевич, который «Карполь», который возглавляет «Уралочку». Великолепный тренер. С учетом его возраста он привез неплохую команду. А наши, как всегда, отступают, чего-то не хватает. Соперники попадаются в этом сезоне очень сильные, но мы знаем, что Сахалин вперед. Только Сахалин, только победа, по-другому не будет. Всегда хожу, болею, не пропускаю ни одной игры, очень все нравится. Девчонкам держаться, молодцы, так держать. Третий сет сахалинские волейболистки, похоже, действительно собрались, заставляя соперника изрядно поволноваться. Но все же невооруженным взглядом видно, наши в приеме мяча проигрывают. Сказывается отсутствие Александры Пасынковой, вокруг которой строилась игра. На встрече с «Динамо» она получила серьезную травму, и в ближайшие полгода ее не будет на площадке. Пока «Уралочка» снова берет верх 23-25. Мотивация очень хорошая. Конечно, печально, что были проигрыши, но это только разодаривает нас. И мы настроены только на лучшее, побеждать, показывать каждый матч только лучший результат. Так и настраивались на очень тяжелый матч, но с учетом еще акклиматизации, видимо, и разных часовых поясов, очень тяжело играть, потому что как бы не было состояния, как говорится, как космос. Только в четвертом сете трибуны вновь ликовали. Сахалинки раскрутили соперниц на пятую партию со счетом 25-17. Но «Уралочка» не сдала позиции и, пользуясь ошибками противника, вырвала победу. По итогам битвы наши заработали свое первое очко в Суперлиге. Вас прям очень приятно играть при таких трибунах. Неважно, что ты гость или хозяин, как бы очень хороший, поддержка, публика хорошая, зал прекрасный. Единственное, что могу сказать в нашем, может быть, оправдании, то, что мы летели, действительно тяжело дается перелет, не очень просто. Вот я сам по себе вижу, то, что я ночью ворочался, не спал. Есть нюанс перелета, все-таки сложно лететь. Не дожали, потому что на данный момент нет у нас ротации состава, вы видели. Второй диагональный игрок у нас болеет, один основной доигровщик у нас тоже сломался, сами знаете. Но одно могу сказать точно. Девочки молодцы, поверили в себя, что нам не хватало первые две игры. И показали достойный волейбол. Мастерство есть над чем работать, но побеждает вера в себя. Следующий матч Сахалин проведет 29 октября с красноярским «Енисеем».